Приветствую вас, дамы и господа. Ну что ж, седьмая серия на канале. Посмотрим, что нас ждет в этом выпуске. Это мое консульство. Заглянем в элитную венскую общагу. Кампай. Попутешествуем с студентами по городу. Побываем в местных барах и пабах. Посетим венские виноградники и, конечно же, попробуем венское вино. Немного окунемся в историю 1913 года, но и в целом увидим осеннюю Вену. Монархия ушла, но зато корона осталась. Материал большой, поэтому я буду краток и скажу одно. На протяжении всего выпуска нас с вами будет ненавязчиво сопровождать 1913 год. Позже вы поймете почему. Начнем мы со Штефенплац. Это самый центр Вены, классическое место для любого туриста, но мне лично оно не особо интересно, поэтому мы отправимся в сторону одного дома, где жил человек, который приводил конкретные примеры анализа сновидений и утверждал, что сон не бессмыслица, а искаженное, замаскированное осуществление вытесненного желания. И по этому поводу он написал один из важнейших трудов своей жизни – под названием «Толкование сновидений». И это не какой-то там знахарь или колдун. Человека звали Зигмунд Фрейд. Фрейд и его семья прожили в этом доме 47 лет. Но в 1938 году его еврейское происхождение вынудило его бежать из Вены в Лондон. Сейчас зашел в дом-музей. Здесь когда-то жил и трудился Зигмунд Фрейд. Сейчас сел в кафе, подписал все бумаги, то, что я не носитель этой заразы. Взял пивка. Ну и начну практиковать с ним психоанализ. Поехали. Хорошо. Среди достижений Фрейда является разработка трехкомпонентной структурной модели психики. Оно я, сверх я. Ну и так далее. Но в любом случае у меня формат не телеканала «Культура», а, скажем так, то, что более мне нравится. И тут может вам показаться, что сейчас была небольшая оговорочка по Фрейду, но я хотел бы отметить его кокаиновые исследования, они куда интереснее. Помимо того, что он нюхал, он еще и колол. Также вольно и невольно он предлагал попробовать кокаин всем своим близким, чуть ли его не выписывал своей подруге, по-моему, Марте. На лекциях он выступал и говорил открыто и заявлял, что употребление кокаина не так сильно вредит здоровью. Пристрастился он к этой привычке очень сильно. Были у него сильные мигрени, также текла периодически кровь из носа, ну и так далее. Этот человек снимал барьеры и боролся с комплексами до последних дней своей жизни. В общем, закончил он свои годы жизни в Лондоне в возрасте 83 лет от передозировки морфия, но умер он... Специально он просто захотел выйти из своей жизни, поскольку он сильно болел раком. И поэтому это еще была некая форма эвтаназии. В Вене меня встретил друг моего брата Максим. Он там учится и проживает. И любезно решил мне сделать экскурс в студенческую жизнь, за что ему огромное спасибо. А вот, собственно, и сам Максим. Но мы его еще увидим неоднократно. И снова мы на Штефенплац. Перед вами открывается прекрасный вид на Венскую государственную оперу, но в оперу мы не отправились. Совру вам и скажу, что, к сожалению, все билеты были в этот день распроданы, поэтому мы были вынуждены отправиться в увлекательное путешествие по венским барам и пабам. Как мне кажется, этот джентльмен решил тоже попутешествовать по Вене, только через собственную Вену. Он в бар, как он называется? Seven Dick Max. Заходим сейчас в бар под названием «Семь гениталий Макса». И не этого. Видать, Макс там посерьезнее. Может быть, семихуевый Макс. Вот так выглядит вывеска, к сожалению, оригинал засвечен, поэтому поправьте меня, что это значит. Или я уже озвучил, что это значит? Ну, как вы видите, все счастливы, внутри все бухают, пьяному человеку упасть негде, столы все заняты, ну и все на волне своих тем. А эти малые либо совсем охреневшие, столько места занимают, либо на них парни счет бросили, потому что за полчаса нашего пребывания к ним никто не подошел. Много студентов сюда приходят, чтобы выпить.
общем, место семикратно соответствовало своему названию, но опять же, это было только сугубо для нас. Мы решили перекусить в австралийском пабе. So are you fired up? Are you excited? I'm ready. I'm ready. I just need a drink. Есть еще из джунглей сюрпризы, называется... Джунгли зовут? Да. Не сумев определиться с выбором, решили положиться на вкус хозяина заведения. Он, кстати, с Южной Африки. So, this is Cooper Sparkling Ale. It's from Adelaide, South Australia. It's still a family-owned microbrewery. Hasn't been sold out to the big Carlton United breweries. It's personally my favorite beer to come out of Australia. I'm very proud to have it here. Enjoy. Эль действительно офигительный. Рекомендую. А вот и само блюдо. Овощной салат с хумусом и кузнечиками. Все это поверх посыпано какими-то опарышами. Просто. Кузнечик в траве сидел когда-то. Представьте себе, представьте себе. Ну, единственный выход у него уже обеспечен. Немножко суховат, довольно рассыпчатый, но интересный. Интересный вкус. Еще, конечно, тут еще все поверх салатик покрыт всякими еще маленькими червячками, жучками. Ну, нормально. Вкусно. А что посередине? Все. Макс долго ломался, но сломался. Ощущение реально, как будто бы ешь сухарь. Но, когда ты понимаешь, что ты засунул не сухарь, а кузнечик, блядь, в рот, то это, блядь, просто не идет сюда. Ты его вроде толкаешь, а он назад хочет. Ты, блядь, толкаешь, он выбирается. Вперед смотреть студенческий отель. Сейчас посмотрим, что из себя представляет сам отель. Как вы видите, общагой, мягко говоря, не обзовешь. Но внутри тут просто студенческий оазис. Попкорн на ресепшене. Каждый вечер каждый постоялец имеет право на бокальчик просекко. Все, конечно, супер, но мне кажется, такая обстановка располагает к залетной беременности. В общем, есть вероятность, что из Вены домой можно привезти вместо диплома ребенка. Бар. Ну, тут без комментариев. Ресторан. Ну, понятно, что из-за ковида все немножко более ограничено. А теперь спустимся на минус первый этаж. Можно по трубе, а можно и по лестнице. Если бы я здесь жил свои студенческие годы, мне кажется, меня бы просто отчислили уже сразу на первом курсе, потому что все время я бы, наверное, проводил на первом этаже. А вот эта сетка натянута над трубой, там, где мы уже с вами были. Пока парни решали, кто побежит за алкоголем, мы пошли во внутренний дворик. А вот это люкс-номера. Видите, один из них горит. Ну, дальше мы зашли в комнату к Максу. И знакомьтесь, Филипп. Привет, как дела? How are you, my friends? I know how to say that in my words. Филипп из Эквадора. Но есть еще один момент, я покажу фотографии. Парень уже отслужил службу в австрийской армии. Вот, и вот фотографии. Джонни рассказывает про болгарский язык и, ну, играет песню. Я спрашиваю, о чем она? Он говорит, ну, я ее не до конца понимаю, потому что она на старом болгарском. Хотя песня, ну, довольно современная, попсовая. А я говорю, ну, то есть, вот поясни, что ты имеешь в виду. But I cannot understand everything fully. The words similar, but most of the words are like really old. And more Slavic. More Slavic, yeah. Oh, just give me a word. Give me a word, like, okay, give me an old word and give me a new word. Okay, for example, bottle.
I mean, like, could you give me, an old word? And this is what I'm asking you. Glass, стакан, бокал, да? Marijuana. Whatever you want, yeah. I literally don't. Good morning, Grisham, thank you. Это получается язык, который просто, скорее всего, уже утрачен. Ну да, но... Старое поколение говорит на нем. Guys, I just have to say Russian is fucking crazy. Hearing this guy's talking, bro, it's like fucking aliens talking, bro, I swear. Bro, like, which word you hear more often in Russian? Я трахал ты маму на хуй, бля. I know all the words, bro. Да какой там старославянский? Филипп уже и русский подтянул. Филипп почувствовал шулерство со стороны парней, ну и начал клеймить. Ну а как по мне, мне кажется, просто у него игра не шла. Ну а потом просто вышел из игры. Ну, парням, по-моему, уже пора на выход, освежиться. Ну а сейчас мы отправляемся в гости к автору идей перманентной революции, так сказать, к организатору побед Красной Армии в гражданской войне, к главному антагонисту Сталина и любителю бронепоездов. Этого человека звали Лейба Давидович Бронштейн. Узнали? Но если нет, то он себе позже взял псевдоним Лев Троцкий. Вот в этом доме он проживал. Проживал Лейба по адресу Родлергассе 25. Интересный факт, что Троцкий встречался лично с Зигмундом Фрейдом. Также недалеко от места, где жил Троцкий, находится самый известный муниципальный дом в Вене. Называется он Карл Маркс-Хоф. Это самый длинный жилой дом в мире. Длина его составляет 1100 метров. Я должен был посетить это место, но меня подсознательно тянуло в другое, а после чего я попросту забыл. Сейчас находимся в Вене. Чтобы не соврать, покажу табличку с названием улицы и указанием нумерации района. В данном случае он 19-й. 19-й район, название улицы. Два шага. Получается, что мы находимся в Вене, а тут растет венский виноград. Что может быть лучше? Попить венского вина, не австрийского, а венского. И сейчас мы это будем делать. Как обычно, главное не переборщить с дозой. Но лучше было бы попить еще раз австрийского вина, поскольку винишко было такое, посредственное, ну, довольно проходное. Пью содержимое в бутылке, типа этот. Но зато было приятно увидеть известные сорта винограда. Скажем так, профессиональные винерии расположены за городом, ну, ближайшие в Гетлесбруне. Ну, а остальные в разных районах страны. Во время прогулки по виноградникам вот такие маленькие пит-стопы расположены вдоль всего пути. Его сделано непосредственно здесь, на этих виноградниках. Так что сейчас будем пробовать прям, как говорится, с полей. So this is from here. Yes, it is. А на вкус цитрусовые, легкое, свежее, прекрасно. К сожалению, жалко, что не так сильно светит солнце и не так тепло. Но если было все вместе, то это был бы очередной филиал рая на земле. Чтобы вас сориентировать, дом Троцкого, Карл Маркс Хоф и виноградники, все это расположено в одном районе. Просто. Конечно, не виноград Лидия и Изабелла, к которому я так привык, когда я посещаю бабушкину деревню, но тоже ничего. А сама культура виноделия была еще наследована от римлян. Не знаю, сколько гектаров занимают венские виноградники, но скажу, что прилично. Съемка ведется 3 октября, чтобы мне не соврать вам, вот, 3 октября, календарь на айфоне. Значит, в этот день родился кто? Все верно, Сергей Есенин. Что мы должны делать все, мужчины?
напиться и читать стихи. Ну, на нос, если описывать, запах сыра дурблю. И дальше идет немножко цитрусовых, ну и может такое какое-нибудь кисленькое яблочко в начале сезона. Но дурблю меня удивляет. Я сразу говорю, оно не испорчено, просто, скажем так, это какая-то некая особенность. Ну что ж, Сергей Есенин. Ну, после выпитых пару бутылок сразу же вспомнился австралийский паб. Ну все, тут уже все понятно, готов. Были винари, закуски нам не принесли. Осталось вот что-то брать подобное. И по приезду в Ригу сразу же антипаразитарная чистка, дамы и господа. Вы увидите в следующей серии. Вторая бонусом. Мне больно ударило. Слушай, это не груша. Что? Пахнет яблоком. Ну-ка, дай-ка. Подожди, может, там еще какой-то есть? Это есть нельзя. Это есть нельзя. Дальше у Макса были какие-то дела, и мы договорились продолжить пьянку вечером у них на кухне. А мне хотелось веселья, поэтому следующая цель была определена. А сзади меня сейчас находится самое старое колесо обозрения в мире. Оно было установлено в середине 19 века. Высота его 65 метров, и находится оно в парке Пратер. Ну и как вы видите, в этих красных строительных кабинках катают людей. Сейчас можно снимать кадры из фильма «28 дней спустя». Где люди? Где люди? В пьяном угаре на секунду показалось, что это аппараты. Понадеялся на фриспины, но это только показалось. В общем, это прекрасное место для детей с иллюстрированной историей всей страны. Какой же это кайф прокатиться одному на самом старом колесе обозрения, построенном в середине 19 века. Оп! Уши закладывает. Старею. Так, у меня будет выше поднимать или что я застрял? На высоте, на высоте. Охренительное колесо. Чуть-чуть проехали, встали и стоим. Поедем или нет? Чуть застряли. Странно, почему стоим. Возможно, сама старушка по себе старенькая, ведь это самое старое колесо обозрения в мире. Поэтому немножко поднялась, поработала, остановилась. Небольшая отдышечка, пару раз прокашляться и совершать очередной подъем. Не все сразу. А вот это будет следующий объект для нашего посещения. Ну, как только спустимся. А вот это VIP. VIP для влюбленных. Порция шашлыка и бутылка шампанского обеспечена. Правда, билетик, я думаю, будет подороже. Но зато с любимой, с такими видами. Захотелось спеть «Зацвели каштаны над Днепром, и буском духмяным ветер вие, все кияни идут на гидропарк, гидропарк — це наша славна мрія». Да, что-то слишком старушка долго работает. Ладно, мне уже не надо эти 12 евро, все в порядке, все, вы их отработали, только выпустите меня, пожалуйста. А это, так сказать, независимая, в кавычках, республика Кюгель-Мюгель. Республика находится на Антифашисмус-Плац. Но антифашистская республика охраняется так, как если убрать, к примеру, приставку «анти», то это бы соответствовало, наверное, действительности. По всем канонам, дамы и господа, года прошли, но методы не поменялись. Ну что я могу сказать? Антифашисты забаррикадировались наглухо. Никого к себе не подпускают и не впускают. Я даже слышал
с окна доносилось. Вы кто такие? Я вас не звал. Ну и продолжение, помните. Место встречи изменить нельзя. В этот раз новые лица. Это японец по имени Хаята и девушка из Албании, имя я уже ее не вспомню. Парни быстро обучили японца играть в покер, он все быстро впитал и усвоил и был готов к жаркой игре. Джонни Дракон провел церемонию открытия покерного турнира, благословил фишки, ну и вперед к успеху. Газуар. Это было на албанском. Девушки стесняются, не хотят ни в коем случае давать интервью. I'm a researcher of physics. I'm working in... Хаята – исследователь в области квантового компьютера, изучает его возможности, ну и так далее. Computer, it's a super, I mean, it's a future computer. So there's a white rice and we... Конечно же, какой идиот не захочет поговорить с японцем касательно суши? So we have rice and soaked around nori, then put ikura. You said ikra? Ikura. What? Ikra. That's the red. That's the red. Yeah, that's the red one. Yeah. Is it in Japanese the same? Actually, ikra. Ikra is Japanese. Ikra. Ikra is Japanese. Yeah. All in Russian. Кстати, вы слышали? Икру мы одинаково называем. Градус ударил, ну и куда, конечно же, без провокационных вопросов. Я говорю, чьи северные острова, Южный Курил, чьи будут? Кто? Yeah, in Japan I was told that they belong to Japan. I want to bring them back in a very peaceful way. Kampai? Kampai. Сахалин. Whose island is this? Сахалин. There are two options. One is return this Hokkaido and North Southern Sahalin. The other one is Tsushima Island. В общем, супер вежливо и обходительно он пытался донести, что либо южные острова войдут в состав Японии, это Кунаширы, Турупы, Шикотан, либо уж тогда давайте пол Сахалина. Но, опять же, это мой провокационный вопрос под нажимом, и он чисто из уважения ко мне решил на него ответить. Вадим-сан, ноимашоу! Гармоника сыт моя частая, пей выдра. Ну и вот что бывает, когда вы пишете, чтобы я сильнее бухал на камеру. Контента этим вечером больше не было. Чем ближе я подхожу к этому зданию, тем сильнее чувствую этот запах серы. Дело в том, что в 1913 году вот здесь снимал койко-место сам Алоизыч. Это было мужское общежитие, самое дешевое в Вене. Койко-место в месяц здесь обходилось порядка 10 крон. В этом общежитии было 560 комнат, и в одной из них проживал Алоизыч. Как мы видим, никакой мемориальной доски нет, просто здание... Довольно блеклая. Говорят, если здесь бухать, то можно подцепить каких-то бесов, потому что дьявола запах еще не развеялся. Пролетят года над головою, и военное министерство перестанет быть собою. О-о-о. В 1918 году все кончится. В общем, ладно, я не буду вас мучить своим пением. Это здание бывшего военного министерства еще той Австро-Венгрии. И в 1918 году оно прекратило свое существование как военное министерство. Красивое здание решило его заснять. Кстати, если вот открыть шкалу или рейтинг самого худшего кофе, который я где-либо пробовал, это будет австрийский венский Макдональдс капучино. Дерьмище хуже я не пробовал. Нигде, даже на заправках подсолнух, Роснефти, где-нибудь там, в Тульской или в Воронежских областях. И в этот раз я даже не скажу, что нужно отрабатывать свои деньги. Лучше это оставить, положить и в помоечку. А вот немного современной архитектуры. Это жилой дом Hundertwasser. Он был построен за 3 года, с 1983 по 1986. Ну, в целом, неплохо. Пестренько, простенько. Меня лично такая архитектура не задевает. Мне куда больше ближе классические стили, из которых, в принципе, состоит вся Вена.
я бы сказал, инстаграмно. Кстати, вот мой инстаграм, будет желание, подписывайтесь. Слегка мне напоминает Москву Лужковскую. Но радует то, что проект довольно органично построен, а главное, он не так сильно поглощает и оттягивает на себя внимание остального классического архитектурного ансамбля улицы. Будете в Австрии, попробуйте обязательно австрийское пиво под названием Штигель. Прекрасный выбор. Мне напоминает по вкусу такие пива, как францисканер либо паулянер. В очередной раз в центре мы встретились с Максом и решили отправиться в сторону студенческого отеля. И, кстати, вот я в Австрии жил в 2010 году, прожил ровно год, с 2010 по 2011. И вот за это время, могу сказать, с полной уверенностью прибавилось велосипедистов. Их прибавилось негативно много, потому что они носятся, они знают свои правила, но как чаще всего пешеход, он до конца свои не знает. Он идет по тротуару и по дорожке. А тут дорожки пешеходные соприкасаются и сливаются с велодорожками. И чревато попасть в пешеходно-велоаварию. Такой вопрос, что обозначает этот знак? И давайте согласимся, что на карету это не похоже. Неужели прям с самих сорок до Вены доезжают? Взяли каррент. Отдать парням должное. Я думал, что Джонни будут вываливать как Ники Лауда, но, к моему удивлению, все было по правилам. Кроме выбора музыкального репертуара Макса. Я был удивлен, когда услышал следующую песню. Макс, ну вот ты мне скажи, ну ладно, да. Это песня моего юношества, когда вот это тату нас не догонят. Да. Ты-то как на это подсел? Ну вот так, вот знаешь, побудешь в компании взрослых ребят, да, то есть ребят постарше, и потом начинаешь также понимать и слушать ту музыку, которую слушали они, под которую танцевали, и под которую реально веселились, и понимаешь, что эта музыка лучше, чем то, что сейчас делают. А наши дети, наверное, будут говорить, да, эту музыку слушали наши деды. Ну и снова студенческий отель. Знакомьтесь, трио А3. Александра, Алена, Анна. Девчонки тоже живут и учатся в Вене. Вена для спокойствия и жизни, а Киев для души. Киев – это тусовка, это молодежь, это какая-то скорость жизни. Вена – это плавность, это никуда не спешить, и это, наверное, более про старость. Я понимаю, что я хочу получить образование высшее в другой стране. Я выбирала, куда я хочу поехать, и решила учить немецкий, а потом уже Австрия попалась. Давай, Вена, вы тут никому не нужны. Вообще. Да, вы тут никому не нужны. Как бы Австрия для австрийцев, но не, как говорится, где родился, там и пригодился, это лучший вариант, наверное. Ну, первое – это забота о животных, потом как бы лечебные обязанности, понятное дело. Вот, есть много узких специальностей, допустим. Да, мне интересна, допустим, сфера искусственного осеменения. Не знаю, почему это вызывает смех. Это репродуктивная медицина, а конкретно по лошадям, потому что... Почему? Потому что лошади стоят очень дорого, и чтобы селективно выводить какие-то породы, нужно очень много усилий, это очень педантичный процесс. Нравится проводить исследования, и я уверена, что очень много появится новых узких сфер перспективных, в которых можно будет работать. Тома, откуда? С Украины, с Киева. Какой курс? Первый. На что, на кого учишься? На... экономика, бизнес. Вена, я думала, между Германией и Австрией, но в Германии намного больше беженцев, там намного сложнее найти общежитие, сложнее поступить в университет. Ехала с Украины, с Житомира. Ну, какие разницы Житомир-Вена? Ну, такая, бывает больше немножко, так минимально побольше. В общем, что касательно конкурса по финской серии, вообще огромнейшее спасибо. Очень приятно осознавать то, что на тебя подписаны довольно глубокие и умные люди. Прям, ну вот, как-то мед в глаза.
Вообще, если так говорят, думаю, нет. Но в любом случае, приятно было читать. Короче, я всем бы сейчас эти куски мыла подарил, но я разыграл только один. Правило есть правило. Объявляю победителя Олега Майского. Так что, дружище, если захочешь забрать свой волосатый кусочек мыла, напиши мне в Инстаграм, и я тебе его отправлю почтой. Сколько оно будет идти? Без понятия. Ковидное время. В январе 1913 года с Северного вокзала сошел мужчина, представившийся по документам как Ставрос Пападополос. На самом деле это был Иосиф Джигашвили. Он тогда был в розыске и выдавал себя как грек. Вот, кстати, за мной вот этот Северный вокзал. Сейчас он выглядит вот так. Вот такой большой современный уродец. А вот как он выглядел раньше. Пэм! Это была самая длинная командировка Сталина за всю его жизнь. Пробыл он в Вене 5 недель. Сталин жил у друга-революционера на квартире у Александра Трояновского по адресу Шонбруненшлёссштрассе 20. Вот этот дом, он находится сзади меня, синий. Но, скажем так, это место, где жил Сталин, поскольку сам дом куда-то исчез, либо пострадал во время Второй мировой войны. А вот прям буквально через 300-400 метров находится другой дом. И тут есть небольшая загвоздка. А вот на этом месте стоит мемориальная табличка, что вот здесь проживал Сталин. Но на самом деле показания разнятся. По многим источникам Сталин не жил здесь, а жил буквально через два дома. Но, наверное, данная табличка поставлена здесь для того, чтобы привлекать побольше туристов. Потому что логично, тот дом достаточно свеж и нов, и турист не поведется на такие вещи. А тут мы видим еще довоенный дом, поэтому почему бы на него не повесить табличку. Кстати, сзади польские знаки. Но это польская Котвица, и нет коммунизму. Если идти сейчас прямо, то мы дойдем к замку Шонбрунн. Возможно, Сталин из своих окон наблюдал, как проезжает эрцгерцог Франц Фердинанд. Ну а это замок Шонбрунн. Основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Я вас немножко дезинформировал. Эрцгерцог проживал в замке Бельведер. А в Шонбрунне проживал император Австрии и король Богемии Франц Иосиф. Иначе это же надо так знать и охуеть. Для того, чтобы держать на руках свою благоверную, достаточно опереться ногой об спину своего придворного. Обратите внимание. Ничего не хочу сейчас ставить другого из классического. Можно же, конечно, было бы поставить Шуберта или Штрауса, но я хочу Шостаковича «Вальс номер 2». Кстати, не с памятных времен еще остались эти старые древние газонокосильщики, которые еще здесь были при Марии Терезе, при Франции и Иосифе. Оп-оп-оп-оп. Испугался. Бежал. В 2010 году я жил в квартирке неподалеку от этого места. Часто гулял тут. В общем, довольно родное это для меня место. Еще бы. Многим бы хотелось, чтобы оно было для них родное. Эх, когда видишь такую красоту, хочется просто расплакаться и выразить свою эмоцию на латышском языке, сказав: «Ёбанс рот, блядь, тасыр форшей нахуй». Посольство Франции. В центре Вены, напротив посольства Франции и буквально в пару шагах от замка Бельведер, расположен памятник павшим советским воинам, которые участвовали при штурме города Вены. В битве за Вену погибло около 17 тысяч советских солдат и офицеров. Высота памятника составляет 12 метров. Находится этот памятник в Вене с 19 августа 1945 года. Вот эти западные ценности. И даже в фонтане. Ключника подкосило. Немножко спит и видит. Смея секси. И вот буквально в 5 минутах от памятника находится дворец Бельведер. Здесь проживал эрцгерцог Франц Фердинанд.
это тот же замок, только с другой стороны. Территория, конечно, колоссальная. Вот на такую ногу жили. Ну, очередное красивое место, неплохо для разового посещения. Если, конечно же, вы любите историю, то можно сюда ходить неоднократно. Хотите узнать, как выглядят самые настоящие секретные переговоры? Главное быть незамеченным, слиться и не вызывать внимания. Меня вызывают в Берлин Кальтенбруннер, но я отложил поездку, поскольку мы договорились о встрече. Значит, вы можете вылететь в Берлин сразу же по возвращению в Италию? Да. У них, конечно, тут писец с коронавирусом. Зашел в ресторан поесть, на тебя просто смотрят глазами вахтера. Сразу же прибегает, вы зарегистрировались, у них есть приложение, сейчас покажу. Ну, просто сканируешь QR-код, дальше регистрируешься, ну что, что у тебя нет короны и так далее. Потом отдельная женщина прибежала с листовками, то же самое. Ты зарегистрировался, сейчас сижу как идиот в маске. Жду, пока мне принесут капучино, после чего я сниму маску и буду уже пить кофе и кушать. А вот это традиционное австрийское блюдо. Это гуляш с клёцкой. What's your name? Muhammad. You're from? Iran. Born in Tehran. Сам он музыкант и играет на гитаре. Я попросил его что-то спеть из народного мотива, но, по его словам, он поет плохо, поэтому он чуть позже позовет друга. Я тогда попросил его исполнить какой-нибудь джем в стиле Джимми Хендрикса. But I know a bit of Arabic. И, к моему удивлению, узнал, кто это, и довольно неплохо это сыграл. Actually, you know, I'm not guitarist. He played guitar very good, you know. He's jazzist, and I play violin. But I can't listen for you singing because you heard. You want to hear Persian music? Yeah? Yes, please. So we have different Persian music, but which music you want? اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح خونه به خونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روز این اوم تو باز سوش من صدا کنه توی تمام جونم که باز برات آواز بخونم براو that's so beautiful. فرامرز اصلانی go after revolution to Los Angeles and then become music industry in the Los Angeles and actually we say Tehrangeles, we don't say Los Angeles because Tehran is the and I he say I remember you and I singing for you so, yeah perfect просто кайф. Какие таланты, в какой теплице растет прекрасный урожай. Достаточно его только регулярно поливать, и он даст плоды. Я не удивлюсь, если парни еще занимаются мензурным фехтованием. И, кстати, надо у них спросить вообще. Может быть, они как это пораньше, по старинке, по классике, студенческое общество одно против другого студенческого общества. Кстати, если вы не знаете, что такое мензурное фехтование, вот маленький рассказ. Я бы это назвал поединок мазохистов. Это были бои между разными представителями студенческих братств. Сам этот вид фехтования стал очень популярным в Германии и Австрии. Сами бои проходили на очень ограниченном пространстве. В качестве оружия использовался шлегер. Это рапира с острым длинным клинком. Бойцы надевали кожаные доспехи, защищающие грудь, шею и плечи. А глаза защищали очки с металлической сеткой.
Голова оставалась открытой, и она являлась целью для нанесения ударов. Во время поединка дуэлянты должны стоять напротив друг друга. При этом уклоняться и уворачиваться корпусом было запрещено. Такие поединки служили для испытания силы духа, мужества и стойкости. Кстати, вот подобные отметины украшали лица многих офицеров Третьего Рейха. Вот фотографии. Получены они были в большинстве своем не на войне. Ну и вот эти шрамы на лице считались очень почетными в студенческой среде, придавали большой авторитет их обладателю. Но чтобы шрам выглядел еще эффектнее, края раны расслаивали, а некоторые извращенцы вообще вживали себе конский волос. Ну, чтобы рана подольше заживала и шрам выглядел куда более эффектнее. Я, конечно, могу ошибаться, но вполне возможно, что сам Захир Мазохо, если бы он посещал поединки мензурного фехтования, он, наверное, испытывал бы максимальный пики экзальтации, наблюдая за тем, как соперники наносят друг другу рубленые раны. Какой же он извращенец? Захир Мазох считается радоначальником садомазохизма. Жил он в нынешнем Львове, а раньше это была Австро-Венгрия. В том же 1913 году жил человек по имени Иосип Брос. Позже он взял себе псевдоним Тито. На тот период ему был 21 год, и он трудился на заводе Daimler. Тито – единственный из всех личностей, которых я упоминал в этой серии, кто не жил в центре Вены. Жил он примерно в 80 километрах от Вены в городе Винер-Нойштадт. И, скорее всего, в Вену ему приходилось добираться на общественном транспорте. Ну ничего страшного. За меня жилет купил! Кстати, я обратил внимание, реклама русских продуктов в магазинах в разных странах мира оформлена одинаково убого. Возможно, я тут уже снаблю, но ей-богу, такое чувство прям какие-то 90-е. Вам так не кажется? Сейчас я нахожусь в кафе под названием «Централ». Ну, конечно, это немножко нашему брату ухо режет. Никакой это не «Централ», а «Централь». Это очень старое кафе, и в этом году оно отметило 142 года своего существования как кафе. Мощнейшее, красивейшее историческое здание. Интерьер просто режет глаз в хорошем смысле этого слова. Ну и что по классике? Венское кофе плюс Захир. Комбинация превосходная. 5 из 5. И официант сказал, что Вадик, ты молодец. Поэтому я буду молодцом, я сейчас добью этот Захир и запью этим венским кофе. И еще один интересный факт, это доказано. Здесь пил кофе Троцкий и также Алоизыч, Адольф Гитлер и много-много других известных личностей приходило в это место попить кофе, поговорить касательно политики, обсудить газеты, как говорится. В парке Аугарта находятся два таких противовоздушных комплекса. Один за моей спиной, а другой чуть-чуть дальше. Но у меня времени нет, я лишь покажу вам одно, потому что я опаздываю на самолет. Надеюсь, что зениток здесь больше нет. В Вене таких сооружений 6. Еще они были в Берлине и в Гамбурге. Но сохранились они больше всего в Вене. Все 6. В Берлине разобрали все, а в Гамбурге остались только 2 такие вышки. Одна из которых в очень плохом состоянии. Эти сооружения оказались максимально неэффективными. Они лишь способны были отразить небольшой авианалет. Аэропорт Вены практически весь пустой. И гейты. Особенно жирных жалко. У них дыхалка никакая, вся сбита. Идут, пыхтят, пот на лбу, масочку приопускают, чтоб носик торчал хоть немножко. Воздух забирал. Бедняги. Что касательно всех тех личностей, что я перечислил, самое интересное, что именно в 1913 год, в тот последний довоенный год, все те личности жили в Вене, в относительной близости друг от друга, ну кроме Тита, у него дела с логистикой гораздо хуже были. Ну что ж, вот и конец венской серии, надеюсь, было наваристо, рассчитываю, то, что вы получили удовольствие во время ее просмотра и также почерпнули для себя что-то новое. Попрошу нагло две вещи. Первое. Поставить лайк,
Второе, убедиться, что стоит колокольчик, там, что вы подписаны на канал. А третье, она опять же факультативная. Вдруг вы захотите проголосовать за меня рублем или каким-то другим денежным знаком, мне очень будет приятно. Ссылка на донаты в описании. И, кстати, с предыдущей серии получил донаты и смог, и позволил себе купить петличку. Вот. Так что следующая серия, она будет более легкая, более утонченная. Следующая серия будет про Монако. Думаю, что она выйдет где-то примерно через 2-3 недели. Куда спешить? Все, до новых встреч!